Сегодня, 22 февраля, в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Мухарбия Киржинова аула Кашихабль прошло спортивное мероприятие «Веселые старты», посвященное Дню защитника Отечества. Организатором спортивного мероприятия выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования Кашихабльский район. В эстафете принимали участие учащиеся школ района, в том числе и дети, состоящие на профучете. Сегодня, 22 февраля, мы проводим конкурс «Веселые старты», посвященный празднованию 23 февраля. Организатором данного мероприятия является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав межмуниципального района Кашихабльский и межмуниципальный отдел МВД России Кашихабльский. Участниками конкурса являются дети, подростки и несовершеннолетние. Цель данного мероприятия – сплотить, обобщить и поднять патриотизм несовершеннолетних. На мероприятии присутствовали первый заместитель главы Кашихабльского района Руслан Ямыков, директор Кашихабльский КЦСУН Сальман Малахов, директор ДЮСШ Беслан Дохов. Сегодня мы все вместе должны для себя понять и самое главное – показать и рассказать другим, что мы за здоровый образ жизни. Все мероприятия проводим в единстве, что мы всегда нацелены на победу, что мы всегда хотим быть первыми. Я вам желаю сегодня общей победы, хорошего здоровья, великолепных эмоций, которые мы сегодня отсюда унесем. И всех поздравляю с наступающим праздником, Днем защитника Отечества. Всех с наступающим праздником. Растет новое поколение. Те пацаны, на которых рассчитывает наша Родина в будущем, поколение, которое растет и в современном мире, отрадно видеть, что столько желающих посоревноваться, поучаствовать в праздничном мероприятии. Это здорово. Поэтому всем вам удачи. Молодцы. Программа мероприятия была довольно насыщенной. Спортивный праздник начался с разминки. Команды были смешаны из разных классов, поэтому силы каждой команды были равны. В основной части спортивного праздника – эстафеты. Командам были предложены занимательные конкурсы с бегом, прыжками и эстафеты с мячами. Скорость, быстрота, гибкость были их незаменимыми спутниками. Атмосфера спортивного праздника была и радостная, и в то же время напряженная, ведь соревновались сильные соперники, а победить должен был сильнейший. Болельщики переживали за свои команды. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. Проведенный спортивный праздник сплотил ребят и никому не оставил равнодушным. Участвуя в мероприятии, ребята почувствовали себя сплоченным коллективом. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости. По итогам соревнований первое место заняла команда из села Натырбово, второе – учащиеся Кашихабльской школы номер 1, третье место – команда из Егерхая. Всем участникам вручили грамоты и медали, а также по инициативе социальной защиты ребятам были вручены сладкие подарки.